Продолжаются наглые выходки нелегитимного правительства на Украине, которые заявляют, что русские не коренной народ, а диаспора. Совсем уже с ума сошли. Это больные люди. И Турчинин, и Яценюк, и все там их соучастники этих преступлений. Кажется, русские — это так вот, пришлое племя где-то. Приехали 2-3 купчишка русских и случайно задержались. Сперва украинцам нужно иметь свою землю. У них никогда ее не было. Никогда. Западная Украина – это действительно польские земли. Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно. Вот эти 5 областей Западной Украины, сегодня искусственно так называются они, это польские земли, надо их вернуть полякам. Они мечтают. Сталин забрал их в 1939-м, чтобы остановить фашистские армии подальше от наших границ. Венгрия. Закарпатская область, Ужгород, я там бывал, там в основном венгерское население. Все говорят по-венгерски, поэтому Закарпатье может плавно отойти Венгрии, и венгры давно хотят и просят. И, наконец, проблема у румын. Бессарабия, Буковина. Город Черновцы никогда не принадлежал Украине, а тем более России. И вот скоро рухнула власть на Украине, паралич власти, государства, страны, общества. Надо вернуть все земли исконным владельцам и исконным хозяевам. И тогда, конечно, все успокоится.